Новая общественная палата работает с 12 июля 2014 года. За это время в нее поступило 518 обращений. Для связи с жителями общественники используют телефонную связь, интернет-порталы и живое общение. Теперь пришло время и выездных приемных. Бытует мнение, что общественная палата заседает в кабинетах, в воздушных залах. Жалобы принимаются по каким-то определенным дням, не поймешь каким. Вот сегодня принимаем абсолютно всех. Суббота, выходной день, и каждый может обратиться с любым вопросом. В общественную палату зачастую обращаются люди, неудовлетворенные работой местных властей или желающие получить консультацию. Немало недовольных жителей пришли к общественникам и в субботу. По стоякам, что у нас потекли и испортился подъезд, с 2012 года чиновники практически ни на что не реагируют. Видимо, они привыкли только с зарплатой справляться, а вот с работой... Вопросы. Выездной прием по обращениям граждан организовали во всех поселениях района. Работали все 8 комиссий общественной палаты. Предварительные заявки на сайте общественников заполнили 62 человека. Об акции извещали через средства массовой информации и социальные сети. Во-первых, отношение к человеку. Во-вторых, вот знание законов, так сказать, от А до Я. Спасибо. Побольше бы таких людей и такого отношения к человеку, которого такого внимания сейчас очень и очень мало. Идея организовать выездные приемные уже давно витала в воздухе. Ведь основной инструмент общественников района – это постоянная обратная связь с жителями.